сейчас отсюда же будет проводиться эвакуация мирных жителей в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ. А продуктов нету так в магазинах? У вас вода, да, ничего. Все будет хорошо, все будет хорошо. В России живет и сестра у Старомосковья, и брат Закорочен. Я сама россиянка, я приехала и тут живу. А вы не подскажете, откуда вас эвакуируются? С какого населенного пункта? Большие проходы. Спасибо большое. Из-за чего? С какой стороны вообще обстрелы ведутся? Со стороны Харькова. Со стороны Харькова, понятно. А как долго мы тут можем простоять в этой? Здесь? Ну, я думаю, минут 10 точно, может быть, чуть больше. То есть не сутки? Нет, конечно, не переживайте. Мы же с вами едем, поэтому все хорошо, не переживайте, все будет хорошо. У нас ни связи, ничего нет, ни света, ни это. Я вчера вышел на трассу, увидел, что колонна пошла, по времени посмотрел. И сегодня просто вот колонна шла, я в них вклинулся.